Куда Есенина унес аэроплан. Мы подъезжаем все ближе и ближе к Тумпак-Сиву и к вулкану Семеру, который прямо сейчас извергается. Блин, это так красиво. Иванский брат кота фараона. Зачем вам кот или собака, если можно посадить на цепь обезьянку? Блин, ну это просто не описать словами. Посмотрите, какая красота. Просто вот так вот просыпаешься и смотришь на вулкан Семеру. Он вчера извергался, я вам показывал. Тут именно серьезный спарринг. Ну вот обезьяна есть преимущество. Она может залазить, да, на стол. Прямо сейчас мы становимся свидетелями извержения вулкана Семеру. Просто класс. Второй день. Состояние, конечно, такое. То ты ходишь по краю вулкана, по кратеру, то ты смотришь на такой водопад.